В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки. Злоумышленников задержала полиция. Вымогателями оказались двое жителей Гиргибельского района, которые грозились опубликовать в интернете ее откровенные снимки и требовали за молчание 80 тысяч рублей. Несмотря на свой юный возраст, они оказались уже ранее судимы. Парней задержали с поличным как раз в тот момент, когда потерпевшая передавала им указанную сумму. Это было в Махачкале возле дома по улице Комарова. Следствие установило, что злоумышленники требовали деньги за нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство. По делу собран материал для принятия процессуального решения.